Старт у женщины на спринтерской дистанции 500 метров пришелся на 14 февраля. День всех влюбленных. Но ангела любви к спринту не имеет никакого отношения. Жеребьевка для россиянки сложилась неудачно. Она стартовала раньше своих главных конкурентов, китаянок Ман Ли Ван и Хью Рен. Но это не помешало Журовой уверенно выиграть свой забег, показав отличные секунды. Помогла еще и немка Дженни Вольф, которая явилась для россиянки отличным спарринг-партнером. Спортсменка средневесных Хью Рен первой попыталась покорить результат Светланы. В итоге она уступила почти 4 десятых. Следом на старте Ман Ли Ванг. Двукратная чемпионка мира слишком хотела опередить свою главную соперницу в России, но проиграла ей 8 сотых. Второй заезд лидирует китаянка Хью Рен. Журова стартует в последней паре с Ман Ли Ванг. У Светланы хороший задел. Главное, много не уступить Ванг. После финиша Светлана не сразу поняла, что она стала олимпийской чемпионкой, но зрители с удовольствием аплодисментами подсказали: «Светлана, ты лучшая!» Много было, что сделано нового. Спасибо тренеру, и спасибо ребенку, спасибо мужу, спасибо всем, кто за меня переживал, спасибо Богу. И очень много, я знаю, что реально много людей, кто за меня молился сегодня, кто за меня очень сильно переживал. И я когда шла, я знала, что все люди со мной. И Россия очень большая страна. Я думаю, поэтому я и выиграла. Потому что очень много людей молилось за меня. Когда я последние 100 метров бежала, были точно такие же ощущения, когда 10 лет назад выигрывала свои 500 метров первую. Вот один в один ощущения.